Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Остров проклятых, 2009 года. Два американских судебных пристава отправляются на один из островов в штате Массачусетс, чтобы расследовать исчезновение пациентки клиники для умалишенных преступников. При проведении расследования им придется столкнуться с паутиной лжи, обрушившимся ураганом и смертельным бунтом обитателей клиники. Матрица времени. Саманта – крутая девчонка, которой всегда и во всем везло. Но в тот день, в пятницу, 12 февраля, что-то пошло не так, а потом авария на трассе. Облачный атлас. 6 историй, 5 реинкарнаций, происходящих в разное время, тесно переплетаются между собой. Гон будущего. В недалеком будущем раса инопланетян вторгается на Землю. Никакая армия в мире не может противостоять им. Майор Уильям Кейдж умирает в бою, но случается невозможное. Он оказывается во временной петле. Раз за разом он попадает в один и тот же бой, сражается и умирает. Снова и снова, и каждое повторяющееся сражение приближает его к разгадке того, как победить врага. Джак. Ветеран войны в Персидском заливе, Джек Старкс, поправляется после ранения в голову. Он возвращается в родной штат Вермонт, но ранение дает о себе знать приступами амнезии. Когда Старкса обвиняют в убийстве полицейского, его направляют на психиатрическую экспертизу. Доктор Беккер использует экспериментальные методы лечения, вводя Старксу новейшие препараты. После инъекции Старксу надевают смирительную рубашку и помещают в подвал. В наркотическом опьянении мысли Старкса устремляются в будущее, где он встречает Джеки и узнает, что ему осталось жить 4 дня. Вместе с Джеки он ищет возможность убежать от судьбы. Петля времени. В недалеком будущем, где стали возможны путешествия во времени, некая корпорация убирает нежелательных людей, отправляя их в прошлое. Задача принимающей стороны – убить жертву, стерев тем самым несчастного из истории. Исходный код. Солдат по имени Коултер мистическим образом оказывается в теле неизвестного мужчины, погибшего в железнодорожной катастрофе. Коултер вынужден переживать чужую смерть снова и снова, до тех пор, пока не поймет, кто зачинщик катастрофы. Господин Никто, 2009 года. Проснувшись немощным стариком, Немо Никто оказывается последним смертным в гротескном будущем. Все люди уже давно бессмертны и с удовольствием наблюдают за телешоу, где главная звезда – дряхлый и безумный старик Немо, доживающий свои последние дни. Накануне конца к нему приходит журналист, и Немо рассказывает ему свою историю, перескакивая из одной жизни в другую, параллельную, несколько раз за рассказ успев умереть. Радиоволна. Полицейский Джон Салливан случайно связывается по любительской радиостанции со своим покойным отцом, пожарным Фрэнком Салливаном, который умер во время тушения пожара много лет назад. Патруль времени 2013 года. Будущее. Ученые создали машины времени, и с этим изобретением мир вышел на новый виток цивилизации. Благодаря изобретению появилась возможность исправить ошибки прошлого, чтобы сделать настоящее лучше. Также машина дала возможность предотвращать преступления до их реализации. Для этой цели были отобраны лучшие полицейские. Главный герой – полицейский времени, который уже успел предотвратить огромное количество преступлений благодаря путешествиям сквозь время. Однако все его заслуги меркнут, потому что он не способен остановить угрозу, намеревающуюся уничтожить Нью-Йорк. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание, до скорых встреч!